Run BTS. Эпизод 123. Обратный шеф-повар Аватар. Джей-Хоп, Ви, Чонгук и Чимин. Лицом к камере подмигивай. Сделай сердце над головой. Смешайте воду и крахмал в соотношении 1:1. Добавьте достаточное количество воды в кастрюлю. Слишком быстро. Что нам делать? Может попробовать? Это вообще съедобно? Посыпь перцем. Нужно добавить немного сахара. Там не дальгона получается. Много сахара уходит в еду в основном. Как это будет выглядеть? Но у нас нет соуса для стейков. Вкус такой сложный. На вкус как тушеное кимчи. Я думаю, это вкусно. Тэхёну понравилась пицца кимчи Тансуюк. Не волнуйся, я могу приготовить для тебя в любое время. Пора переходить к следующей команде. Окей. Как вы себя чувствуете? Я вроде как видел, как другая команда справилась с этим. Я понял, как это делается. Ты уверен? Да, но шеф-повара сейчас очень устали. Я немного волнуюсь по этому поводу, но спокойствие будет нашим ключом. Хотите попробовать дать им указание? Попробуй дать указание с Тэхёном. Ладно, ребята, вы меня слышите? Да, слышим. Окей, если вы меня слышите, скажите... О! И поднимите руки. Мой голос уже дрожит, что мне делать? Мы подняли руки. Окей, мы готовы. Подожди, включи рацию. Хорошо, ребята, вместе? Рамоза! Не знаю, что он сказал, но они посмеялись. Он сказал «рэп-монстр». Я слышал. Ладно, начнем. Хорошо. Скажи что-нибудь, Тэхён. Окей, приготовились. Начали. Я включу видео. Давайте. Гарнир. Хорошо, мы начинаем с гарнира. А пока давайте разогреемся. Он говорит нам разогреться. Зачем? Может, потому что они смотрят видео? Разомните руки и шеи. Сосредоточьтесь. Это гарнир, верно? Они начинают с гарнира? Тэхён. Мы начинаем с гарнира. Он сдается. Объясни первую часть видео. Хорошо, возьмите около 200 грамма говядины и измельченного чеснока. А еще возьмите экстракт чернослива или что-то там. Измельченный чеснок? Что за экстракт чернослива? Окей, хорошо. Сначала приготовьте их. Вам также нужен перец. И перец тоже возьмите. Пожалуйста, принесите еще кимчи. И что там было? Возьмите воду и помойте. Приготовь кимчи, если ты ничего не делаешь. Подожди, если просто добавить измельченный чеснок и перец... Мне нужно помыть кимчи. Подготовьте около 200 грамма говядины. Затем вам нужно смешать ее с измельченным чесноком. И экстрактом чернослива, или еще что там. Ну, просто сделайте это пока. Давайте еще раз посмотрим рецепт гарнира. Сколько у нас осталось просмотров? Их энергетические уровни настолько разные. Это хороший баланс. Здесь все идет довольно гладко. Нужно достать кимчи и слить сок. У нас большая проблема. Вы не должны мыть кимчи. Просто нужно немного слить сок. Не мой кимчи. Просто слей немного. Что ты имеешь в виду? Слить кимчи? Теперь это белый кимчи. Нужно порезать лук. Мы далеко впереди, давай начнем сначала. Сначала они должны порезать лук. Маринованная часть вначале проходит слишком быстро. Мы уже дважды смотрели, это нехорошо. Нет, все в порядке. Это гарнир? Не главное блюдо? Это должно быть блюдо с тортильей. Гарнир. Разве это не кесадилья? Это кесадилья. Нельзя произносить название блюда. Не скажем. Прошло 5 минут. 5 минут? У нас много времени, Тэхён. У нас полно времени. Это болгарский перец. Нужно очистить от семян его. Они были готовы через 20 минут, другая команда. Точно. И порезать. Давай сделаем так, чтобы кимчи и чеснок были в маринаде. Окей. Разве это не трудно? Да, трудно. Я же говорил. И я справился с этой трудной задачей. У нас много времени, этого достаточно. Нам не нужно торопиться. Что мне с этим делать? Что мне делать с луком? Юнги, поруби лук и кимчи сейчас. Кроме этого, замаринуйте говядину, как говорил Тэхён. Что это было? Такое случается, если нажимать слишком долго. Я думаю так, не нажимай слишком долго. Хорошо. Хорошо, я открываю дверь. Ладно, я закончил. Мне теперь рубить кимчи? Они сказали нам порезать кимчи, верно? Все хорошо. У нас большой палец вверх. Мы добавим кимчи с чесноком в чашу позже.
Добавь сюда рубленый кимчи-чеснок. Насколько мелко я должен измельчать? Сколько? Ты покрошил кимчи? Сколько добавлять? Ну и сколько мы добавим? Ну? Я не видел части с кимчи. Хорошо, горсть кимчи. Ты видел кимчи, Хён? Я не смотрел эту часть. Часть кимчи. Две горсти кимчи. Две горсти кимчи. Две горсти или две ложки? Две горстки. Две горстки. Да, две горстки, верно. Ты имеешь в виду две горстки? Да, две горстки. Если это слишком, нужно помельче. Нужно побольше измельчить кимчи. Юнги, пожалуйста, измельчи кимчи лучше. Если две горсти кажутся слишком большими, мы открыты для ваших мыслей, взглядов, всего, что угодно. Почему ты спрашиваешь наше мнение? Почему ты спрашиваешь нас? Что? Посмотрите, как Юнги смеется. Это деловая встреча или как? Юнги, ты должен очистить перец и нарезать его ломтиками. Давай посмотрим видео, но не мельчи его. Мы еще посмотрим видео. Вперед! Мы выглядим расслабленными, верно? Вам не нужно было говорить об этом. Я нажал по ошибке. Хорошо, давай посмотрим следующую часть. Мы рубили чеснок. Мы сделали это здесь. Разогрейте сковороду. И... О, нет! Это плохо! Не надо было добавлять лук! Что? Он сказал, мы не должны были добавлять лук, это плохо. Почему? Но нам сказали добавить его в говядину. Да, но они только что прошептали, это плохо. Не надо было его добавлять. Простите. Пожалуйста, нарежьте еще лука и поджарьте. Хорошо. Тогда давай посмотрим, как он готовит томатный соус. И как только мы посмотрим последнюю часть тортильи, мы закончим. Подожди, сколько раз мы посмотрели? У нас еще два осталось. Может, сейчас посмотрим? Лучше сейчас. Хорошо, давай посмотрим. Неважно, я не смогу это запомнить. Нам нужно знать, что мы готовим. Я понимаю, у меня нет ни малейшего представления. Это не может быть чапчхэ. Это не чапчхэ. Лук нарезать соломкой. Кстати, я думаю, что это блюдо будет вкусным. О боже, выглядит вкусно. Лук, кимчи, окей. Он добавляет перец в конце? Подожди. Мы добавили яйца в говядину. Мы добавили яйца. Он спрашивает, добавили ли мы яйца, а мы должны? Он ничего не говорил про яйца. Яйца... Когда мы маринуем говядину, там не было яиц. Не было? Простите, яиц нет, не трогайте яйца. Мне было интересно, когда будут яйца. Что это за блюдо? Хён, там не было яиц. Видите сковородку с маслом? Сначала поджарьте лук там. Потом добавьте туда рубленую маринованную говядину. Нет, попозже добавьте перец. В конце. Добавьте много. Добавь еще. Ребята ели намного больше. Я бы хотел им помочь. Смотреть на них заставляет тебя хотеть помочь? Да. Хорошо, понюхайте, хорошо или плохо? Что? Что хорошо? Окей, хорошо. Думаю, это будет вкусно. Хорошо, теперь приготовьтесь добавить томатный соус. После этого им нужно дать этому немного покипеть. Добавьте много. Давай я добавлю томатный соус. Вот так. Он хотел, чтобы мы добавили достаточно, чтобы покрыть все на сковороде. Выглядит вкусно. Прошло около 17 минут с тех пор, как вы начали. Правда, уже? Пожалуйста, добавьте много сыра для меня. Дополнительный сыр. Попроси еще сыра. Может, посмотрим рецепт основного блюда? Пока соус кипит, давай посмотрим видео с основным блюдом. Основное блюдо, первое видео. Мы попросили их приготовить ингредиенты. Может, не стоило начинать с гарнира? Это главное блюдо? Анчоусы, мука, водоросли. Две чашки муки. Три, четыре чашки. Это уловка. На самом деле, это не четыре чашки. Да, у него есть чувство юмора. Команда намеренно сделала видео более запутанным. 1/4 стакана воды, 4 чашки муки и 1/4 воды. Тесто. О, нет! Дает тесто отдохнуть. Нужно дать тесту отдохнуть. Нужно дать ему отдохнуть. Это тяжело. Он потрошит анчоусы. Сначала добавьте перец. Вы еще не добавили перец, да? Сюда? Да, добавляй. И еще, Джин, возьми тортильи. Что это? Приготовьте хлеб. О боже, у них много дел.
О боже, это так сложно! Нужно дать тесту отдохнуть. Главное блюдо у них сложное. Да, положи обратно. Подожди, теперь нам нужно посмотреть еще раз. Вы можете использовать шанс. Мы должны посмотреть видео с кесадильей. Они выглядят совершенно запутанными. Что они хотят, чтобы мы сделали? Шуга задачен, так мило. Добавляйте хлеб и сыр. Добавляйте соус, а потом хлеб. Хорошо, теперь подготовьте сковороду. Простите. Приготовьте другую сковородку, большую. Мы тут тортильи жарим? Да, плита нагрелась. Подождем, пока она немного нагреется. Который час? Прошла 21 минута. Используем ли мы шанс? Если хочешь, я не против. Посмотрим, есть один шанс, который сокращает время приготовления. Скажем им название одного из блюд. Какое блюдо вы им скажете? Не тортилью. Что? Суджеби. Суджеби, хорошо. Мы только что использовали шанс, и мы можем сказать вам название одного из блюд. Главное блюдо суджеби. Суджеби? Мы должны делать тесто сейчас. Я не умею готовить блюдо на основе муки. Давай я попробую. Продолжай работать над тортильями, Джин. И Шуга. Наше главное блюдо кимчи кальгуксу. Джин, продолжай работать с тортильями. Юнги, начинай делать тесто. Как мне приготовить тортильи? Давай сначала закончим тортильи. Тортильи? Он попросил его сделать тортильи, но не сказал как. Видишь, там тортильи. Нам нужно покрыть их сыром. Добавить сыр? Есть рядом сыр в порошке? Да. Сверху посыпать сыром и соусом для спагетти. 4 чашки муки, что мне делать? Подожди. Шуга, что касается муки, нам нужно сделать тесто. Для этого нам нужно 4 чашки муки. Окей, 4 чашки. И 1/4 воды. И... Сколько воды? 1/4 воды. Юнги, подожди минутку. Давай сначала послушаем указания тортильи. 1/4 воды на такое количество муки? Подожди минутку, дружище. Эй, 1/4 воды это слишком мало. 1/4? Ты можешь добавить столько, сколько считаешь лучшим для теста. У тебя хорошо получается. Он сказал, что я хорош, так что я могу делать то, что хочу. Что это значит? Разве я не похож на профессионала, заложив руку за спину? Что скажешь? Ты выглядишь круто. Круто, да? Затем положи хорошее количество томатного соуса. Это слишком, Хён! Подожди, это не тортилья, Хён! Это тортилья? Нет, я имею в виду слишком много соуса. Убери немного. Слишком много? Мне убрать немного? Хобби начинает злиться. Хобби, медленно. Нет-нет. Я не знаю, что такое тортилья. Считай, что это кесадилья. Мне просто наложить тонкий слой и затем придавить. Точно, Джин. Прижми его. Тебе нужно убедиться, что она тонкая. Так правильно? Не думаю. Им как-то удалось приготовить одно блюдо. Он должен накрыть тарелкой. И накрой тарелкой. Накрыть тарелкой? Эй, не сгорит. Просто делай, что они говорят. Хён, ты можешь передвинуть, чтобы она не обгорела? Это слишком сложно? Если я переверну начинку внутри, тоже будет двигаться. Хён, пожалуйста! Давай пока оставим на слабом огне. Поджарить на медленном огне? Нет, прикрой! Прикрыть на медленном огне? Давай прикроем, накрой тарелкой сверху. Если мы сейчас накроем на медленном огне, она сгорит. Тогда они должны выключить плиту. Это не его дело. Мне его перевернуть? Она еще не обгорела. Джин, сначала... О, да! Идеально? Хорошо, отсюда? Не может быть! Этот аватар слишком умный. Аватар отлично справляется. Теперь кимчи кальгупсу. А пока держи тепло внутри. Давайте перейдем к главному блюду. Перейдем к кимчи кальгупсу. Кальгупсу? Мы делаем и лапшу? Ну, я знаю это. Для лапши кальгупсу делается тесто. И его раскатывают скалкой. Ты раскатываешь тесто, чтобы сгладить его. Если мы закатаем и порежем, то получим лапшу кальгупсу. Заверните тесто в пленку и дайте ему отдохнуть.
Они хотят, чтобы мы дали тесту отдохнуть. Тогда разве мы не должны были сделать это сначала? Согласен. Мы дураки. Их одурачила посуда. Кесадильи должны были готовиться позже. Ты обернул тесто в пленку? Что? Ты обернул тесто в пленку? Я накрыл тесто пленкой? Ты обернул его в пленку? Да. Уши Хасока покраснели. Он очень злится. Если вы закончили потрошить анчоусы, поджарьте их сейчас. Хватит анчоусов. Мы должны поджарить анчоусы? Давай камень, ножницы, бумага и проигравший съест кишки. Нет, зачем мне это делать? Ребята, пожалуйста, помолчите и поджарьте анчоусы. Мы вас направим. Поджарьте анчоусы. Но порежьте их до этого. Что? Подраться с ними? Вы должны их порезать. Что будем резать? Цукини, зеленый лук и... Зеленый лук ты имеешь в виду для бульона? Соевый соус. После того, как анчоусы обжарены, залейте их 12 стаканами воды. Потом добавьте водоросли. 12 чашек воды, сколько это миллилитров? Его мозг замер. Также, Юнги, нарежь зеленый лук на большие кусочки для бульона и добавь его с водорослями. Сколько же миллилитров в 12 чашках воды? Джин, это для бульона, так что просто добавь достаточно. Пока вода не наполнит половину кастрюли. Достаточно, это волшебное слово. Достаточно, король всех слов. Да, так и есть. Окей, хорошо. Кальгуксу был бы так хорош на вкус. А что там вкусного? Вы, ребята, молодцы. Положите водоросли и зеленый лук в кастрюлю и вскипятите. Да, добавь их, Юнги, хорошо. Добавь водоросли с зеленым луком и вскипяти. Джин, позаботься о тесте. Если она достаточно отдохнула, мы должны начать работать над ним. Мы даем тесту отдохнуть всего 10 минут. Нет, Хён, тогда пусть отдохнет еще. Прошло всего 10 минут? Такое ощущение, что мы все коллективно болеем за них. Они могут даже не закончить. Точно. Что мне теперь делать? Порежь цукини. Цукини, хорошо. Мозг Шуги тоже, похоже, перестал работать. Он ошарашен. Он стал аватаром. Положите немного муки на доску. Положите немного муки на доску, чтобы можно было раскатать тесто и нарезать его. И что это значит? Возьми немного муки. Ага. И посыпь на разделочную доску. Ты ведь понимаешь, о чем я? Да, понял. Еще нет, сначала нужно высушить доску. Что мне делать? Ты видишь? Нам нужна морковь. Нам не нужна морковь. Видишь скалку рядом с собой? Вон бин? Скалка. Скалка. Скалка? Да, я вижу ее здесь. Подготовь скалку. Мы собираемся побить тесто ей позже. Нам нужно раскатать тесто. Что он хотел, чтобы мы сделали? Сколько минут? Сколько у нас осталось времени? Мы на 38-минутной отметке. У вас осталось около 23 минут. Вы можете использовать шанс в 40 минут. Вам не обязательно им пользоваться. Точно, мы аватары. Юнги, нарежь перец чили. Перец чили? Он хочет, чтобы ты порезал перец. Мы уже нарезали перец чили. Мы добавим его позже. Он для гарнира. Он говорит для гарнира. Эй, за мной. Эй, хорошо, сюда, да. Не слишком ли мы серьезны? Нет, ты достаточно забавный. Улыбнись нам. Почему это называется универсальной мукой? Она для всего? Разве ты не знаешь разницу между хлебной мукой и универсальной? Хлебная мука очень крепкая. Универсальная мука тяжелая, поэтому она тонет. Гордость. Думаю, пора. За тесто? Нет, я имел в виду, что мы могли бы вытащить тесто. Точно. Хорошо, давайте вытащим тесто. Чего? Пожалуйста. Тесто катастрофа. Слишком водянистое. Давайте добавим еще муки. Надо было больше внимания уделять тесту. Не доглядели. Во-первых, ну... Да, это тяжело. Тяжело, правда? Используем ли мы шанс? Вам бы сейчас не помешало. Но шанс не может спасти тесто. Вам нужно выбрать хорошее. Прошло 42 минуты. Хотите использовать шанс? Давайте. Повара могут посмотреть 15 секунд видео. Мы только что использовали шанс. Вы двое можете сами посмотреть видео.
Пойду посмотрю. Да, Юнги может прийти и посмотреть. Будет лучше, если они оба посмотрят. Почему бы вам обоим не прийти? Тесту все равно надо отдохнуть. Подожди, я сначала прикрою. Думаю, тебе стоит положить тесто в пакет. Что? Он говорит, что ты должен положить в пакет. Тесту нужно отдохнуть полчаса. Да, это плохо. Возможно, мы не сможем его съесть. Они говорят, что все плохо. Это очень сложно. Будет немного лучше, когда они посмотрят. Вы можете посмотреть 15 секунд. Это отличный шанс. Мы делаем кальгуксу, верно? Вы делаете кимчи кальгуксу. Я знаю, как это сделать. Мы не думали, что вам придется делать тесто. Вот почему мы начали с гарнира. Нет, все в порядке. Мы разберемся с этим. Точно. Ничего страшного. Мы можем пройти через это. Вы не можете смотреть все видео. Вы можете смотреть только 15 секунд по вашему выбору. У нас нет на это времени. Мы посмотрим после бульона части. Бульон готов. Мы посмотрим часть после бульона. 15 секунд. Пожалуйста, засеките время. Установи на 15 секунд. Тесто должно быть твердым. Думаю, нам нужно больше добавить муки. У вас есть 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Тогда вам просто нужно его приготовить. Хорошо. Думаю, все будет хорошо, пока мы заканчиваем с тестом. Тогда мы закончим лапшой. Мука. У нас мало времени. Почему бы нам просто не сделать его твердым прямо сейчас? Вкус муки будет слишком сильным. Бульон кипит? Да. Процедите ингредиенты бульона. Ингредиенты, окей. Нужно варить дольше. Думаю, теперь их можно убрать, верно? Отсюда ничего не видно. На чем ты основываешь свои суждения? Что заставило тебя подумать, что ингредиенты они могут вытащить? Я только что видел, как что-то кипит. Он видел пар. Может, посмотрим следующую часть? Умный выбор. Вы должны посмотреть видео сейчас. Ты тоже сказал нет? Вы все это добавили? Это не значит нет, как в «не добавляйте». Там сказано «нет, подождите три чашки». Как вы думаете, что значит «нет»? О, это правда означало «нет». Мне было интересно, что это было. Он буквально говорил «нет». Тогда что он имел в виду под подделкой? У нас проблема. Не думаю, что тесто вылезет из пакета. Боже мой. Это плохо, тесто застряло в пакете. Эй, смотри. Ты только посмотри. Подожди. Слишком мокрое. Вот почему тесто снаружи нужно предварительно покрыть мукой. Ты уже делал так раньше? Да, нужно покрыть мукой и пакет. Тесто должно было быть покрыто мукой. Тесто для начала слишком влажное. Дай мне попробовать. Это что, осьминог? Длинноногий осьминог? Давай! Выглядит странно. Вышло. Выглядит странно. Хочешь осьминога? Похоже на трехногого осьминога. Тесто — это настоящий враг. Это все из-за теста. По крайней мере, у них осталось не так много дел. Это главное блюдо. Мы прошли 48-минутную отметку. Выглядит не очень хорошо. Смогут ли они закончить свое главное блюдо? Мы снова вспоминаем об удивительном... Чеменьши. Но тебе не нужно было готовить кальгуксу. Но провалился бы я, даже если бы это был кальгуксу. Ты бы начал отдыхать от теста через 40 минут. Времени осталось мало. Вы справитесь. Сколько у нас еще времени? У нас есть 10 минут, и я не знаю, сможете ли вы закончить блюдо к тому времени. Просто сделай тесто достаточно жестким, а я займусь этим. Я думаю, мы можем просто ускориться. Теперь оно жестче. Но, Джин, у нас проблема. В чем дело? Тесто не собирается. Можешь убрать анчоусы? Но я работаю над тестом. Нет, я займусь им. Скажи им, чтобы не месили. На разделочной доске... Мука прилипает к тесту. Это безнадежно. Нет, не безнадежно. Они сразу же делают лапшу, не дав отдохнуть тесту. Нет необходимости в отдыхе. Они очень стараются. Да боже ж ты мой. Это хот-дог? Давайте не будем резать тесто в лапшу. Давайте просто сделаем суджеби, раз у нас нет времени. Нет, мы можем. У нас всего 10 минут. Мы можем бросить лапшу и приготовить за 10 минут. У нас получится. У нас получится! У нас получится! Нет, я думаю, мы должны быстро сдаться. Юнги, осталось много бульона? Да, много. Хорошо. Нарежьте кимчи, добавьте измельченный чеснок. И измельченный кимчи к бульону. Порежь кимчи, возьми чеснок и что?
Нарежь кимчи и добавь в бульон чеснок. Хоба, мы сможем сделать кальгуксу! Хоба, что нам делать? Решай сам! Если вы уверены в себе, вперед! Он говорит, что мы можем идти вперед, если уверены. Ты уверен? Может, нам просто сделать суджаби? Режь здесь, здесь, потом здесь. Режь здесь, здесь, потом здесь? Режь здесь, режь там. Кимчи готово. Что мне делать? Вот так, да? Добавьте чеснок и растворите его в бульоне. Что мне делать после того, как я сложил пополам вот так? Как мне скрутить, туда или сюда? Сверни половину. Сверни половину, потом еще половину и еще раз. Не скручивай. Не скручивай, как кимбаб. Просто сложи дважды. Сложись еще раз, снизу вверх. Вот так. Должно быть, он так расстроен. Чонгук практически присоединился к этой команде. Порежь его. Если вы добавили чеснок, я плохо объясняю, да? Добавьте ломтики цукини и картофеля, перец. Просто забавно смотреть, как ты расстраиваешься. Я так расстроен. Добавьте все это. Добавь немного приправ. Разве мы не должны добавить немного после того, как попробуем? Мы не должны добавлять слишком много, да? Скажи им попробовать. Разве они не должны добавить лапшу? У них 5 минут. Правда? Джин, давай добавим лапшу. Бульон не кипит. Бульон не кипит. Вскипятите уже эту воду. Почему не кипит? Осталось ровно 5 минут. Мы не делали ничего плохого. Единственное, что мы сделали, это сильно старались. Все плохо, они слиплись. Что ты думаешь о кальджеби? Что ты думаешь о суджеби, который похож на кальгуксу? Сейчас кипит. Да, пожалуйста, добавьте. Он сказал нам добавить? Да, сказал. Вот так? Мне их распутать? Это не сработает. Это суджеби! Мы делаем суджеби! Мы передумали. Да просто уже все бросайте. Осталось 5 минут. Вперед. Я слышал, что в последние 5 минут вы сменили блюдо на суджеби. Это правда? Да, это так. Смотрите. Суджеби! У тебя есть еще 4 минуты. Тесто будет готово через 4 минуты. Теперь все коллективно вкладываются в создание этого кимчи кальгуксу, подобного суджеби. Они стараются изо всех сил. Забавно то, что лапша исчезла. Где она? Мы ее добавили, верно? Кесадильи оставлены с другой стороны кухни. Намджун, поддержи нас. Это ты будешь есть. Можешь ли ты дать нам больше времени с твоей привилегией ведущего? Простите. У вас есть 3 минуты и 40 секунд. Куда делась лапша? Посмотрите, как тут напряженно. Намджун, ты ведь хотел суджеби, верно? Я... Конечно. Обожаю суджеби. Продолжайте готовить суджеби. Но сделайте кусочки теста большими. Так как у нас нет времени, бросьте тесто быстро. И добавьте все остальные овощи, как цукини. Он хочет, чтобы мы все добавили. У нас что-нибудь осталось? Да, то, что мы нарезали. А что мы нарезали? Разве это не гарнир? Это чхунъянский перец, что ли? Я не уверен. Чхунъянский перец слишком острый. Я просто рубил все, что мне говорили. И я добавил, как мне сказали. Ты добавляешь столько перца чхунъян? Вытащите кусочки перца. Выглядит слишком остро. Мы вытащим несколько кусочков перца. А пока вытащите немного. У вас. Мы старались изо всех сил. 2 минуты 30 секунд. Лучше надеяться, что лапша будет готова. Не лапша, это ток. Суджеби. Суджеби. Идея о том, чтобы сделать тесто, была с самого начала натянутой. Давайте сосредоточимся на том, чтобы все выглядело красиво. Вы собираетесь сделать это красиво? Кесадильи. Продолжайте готовить. Презентуйте кесадильи. Вы должны делать презентацию для кесадильи. Презентуйте кесадилью, но найдите самую уникальную красивую тарелку, которую можно увидеть вокруг себя. Красивая тарелка. Нет такой. Затем поставьте плоскую тарелку, чтобы кесадильи можно было по центру лучше всего подогнать. Нашел. Почему это называется универсальной мукой? Она для любых целей. Есть универсальная мука, хлебная мука и еще одна. Мягкая мука. Разве вы не должны презентовать кесадильи, пока суджеби готовится? У вас есть 1 минута и 30 секунд. Юнги, нижняя сторона кесадильи выглядит лучше. Низ выглядит лучше? Это верх? Да. Положи ее на сковороду, а потом отдай мне. А низ будет выглядеть красивее? Вы можете просто перевернуть вот так.
Между ними застряла рукавица. Думаю, другая сторона выглядит лучше. Ты прав. Да это не очень важно. Важно то, что она вкусная. У вас осталась минута. Как вы себя чувствуете? Мы сделали все, что могли. Мы ни о чем не жалеем. Мы верим, что в конце концов все получится. У вас осталась минута. Похоже, придется нести всю кастрюлю. Что нам делать? Подавать в чашах? Да, просто подайте в чаши. А что вы делаете с кесадильями? Вам стоит разогреть кесадильи. Еще 30 секунд. Он хочет, чтобы мы разогрели кесадильи. У нас 30 секунд. Этого времени достаточно, чтобы разогреть их. Я не думаю, что этого достаточно даже для микроволновки. Подожди, я должен налить суджиби. Вы только посмотрите. Я не думаю, что это приготовлено. 10, 9, 8, 7, 6. Что? 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло! Давайте отнесем их. Это какие-то причудливые навыки презентации в конце. Последний штрих. Что это? Что за цвет? Я не думаю, что это приготовлено. Готово? Хорошо. Отличная работа, ребята. Наши Хёна отлично справились. Вы потрясающе справились. Хорошая работа. Отличная работа. Я еще порежу. Выглядит так красиво. Пахнет. Просто потрясающе. Бьюсь об заклад на вкус, как ресторанные кесадильи. Правда? Чимин хорошо ее режет. Она приготовлена? Готова. Кесадильи обычно такие хрупкие. Давайте поедим. Попробуй, я дам тебе немного. Как это может быть плохо на вкус? Держу пари, это будет вкусно. Не рассчитывайте на это слишком сильно. Хорошо. Теперь она порезана. Это все равно, что есть торт. Очень вкусно. Я знал, что это будет вкусно. Это так вкусно, потому что Джин и Шуга хорошо готовят. Какое облегчение, им нравится. Вообще-то, я не слишком беспокоился о кесадилье. Вкусно. Я съем оставшийся кусок после того, как съест Шуга. Съемочной группе тоже нужно дать. Вкуснятина. Возьмите это для оценки. Хорошо. Очень вкусно. Это ресторанное качество. Это... Это как раз по моей части. Хорошо, да? Вкусно? Вкусно. С таким нельзя ошибиться. Нет, это потому что вы, ребята, хорошо приготовили. Нет, у нас хорошие инструкторы. Это так вкусно. А вот и суп. Ребята, суджиби, который выжил. Мы варили его еще 10 минут после того, как время вышло. Суп неплохой. Суджиби, вот настоящий вопрос. На вкус, как будто ему нужно больше времени. Мы ведь можем съесть кусочки теста. Пожалуйста, дайте нам. Было бы намного лучше, если бы у них было больше времени, чтобы его прокипятить. Надо было сначала это приготовить. Если бы мы приготовили суп первым, мы могли бы позволить супу даже остыть. Только если бы у вас было больше времени. Немного супа. Почему ты не ешь? Вкусно. Неплохо. Да, действительно. В любом случае, мы уже перепробовали все блюда. Отличная работа, ребята! Я бы очень хотел подчеркнуть, что сегодня они очень много работали. Оценивание проведено. Сначала Чимин и Чонгук приготовили кимпитан и стейк из ветчины. Точно. Там ничего не было по гигиене, так что вы получили 10. Презентация была красивой и чистой. Тем не менее, это еще 10. Работа в команде. В команде Чонгук ввел первую половину, а Чимин вторую. Как будто они поменялись игроками. Точно, это было действительно так. Это была потрясающая командная работа. Вот почему я дал вам 8 очков. Это было и смешно, и хорошо. Совершенно верно. Это все было частью моего грандиозного плана. Впечатляюще. Вкус кимпитан и стейка. Кимпитан был хорошим. Но стейка не хватало. Поэтому я дал 7. Следующая команда Хоуп и Ви. Команда Хоуп и Ви. Я был очень объективен. В гигиене ничего не было.
Наши шеф-повара были очень осторожны в вопросах гигиены. А помидор черри на вершине кисадили был очень творческим. Помидор черри, это был заказ Тэхёна. Я бы с радостью дал дополнительные баллы, но я могу дать только 10. Так что у вас всего 10. Что касается командной работы, Джей-Хоп много кричал. Они не слышали меня! Мой голос становился громче, потому что они не слышали меня. И ты разозлился, потому что тебе пришлось громко говорить. Точно! Поэтому я дал вам 7 очков. Я смиренно приму это. Презентация! Вкус! Он колеблется. Хотя кисадили были хороши. Хотя кисадили были хороши. 6 очков. Отличная работа. Итак, Чимин и Чонгук выиграли. Спасибо. Поздравляем. Итак, мы с Тэхёном наденем эти футболки в будущем эпизоде. Точно. Я не думал, что мы сможем сделать что-то новое, связанное с кулинарией. Но мы создали еще одно забавное шоу. Это захватывающе. Вы потрясающе справились. Приготовление пищи само по себе сложно. Не говоря уже о том, чтобы приказывать аватарам готовить. Я просто отключился. Я вернулся. Юнги, сегодня мы засняли это на камеру. Ты был таким. Ты был буквально аватаром. Ты делал только то, что тебе говорили. Сначала Юнги задавал вопрос о том, что ему следует делать. Но через некоторое время он стал неподвижен. Отличная работа! Молодцы! В следующий раз мы вернемся с еще одним забавным выпуском. Если у вас есть шанс, я думаю, будет весело. Если вы все попробуете приготовить эти блюда в том же темпе, в каком мы делали в этом эпизоде. Мы продолжим бежать! Run! BTS! Спасибо за просмотр! За перевод благодарим фансаб-группу Bodilium. Озвучил Кайл.